Приветствую вас. Итак, проблема раздражения. Для начала, скажем так, прежде всего, начнем с самого простого. Значит, вы испытываете раздражение после определенного периода. Вы же испытываете раздражение при каких-то обстоятельствах, верно? Попробуйте проследить эти обстоятельства, при которых вы начинаете испытывать раздражение. Посмотрите, нет ли чего-то общего у всех этих обстоятельств, нет ли чего-то объединяющего их. Постарайтесь вычленить вот этот обобщающий фактор, и если он есть, то вы именно в нем причина вашего раздражения. Что это, естественно, гадать можно долго, но направление работы, думаю, вполне очевидно. То есть, если у вас, вот скажем, неделю положительные эмоции длятся, потом начинается период раздражения, очень-очень важно отслеживать, при каких обстоятельствах раздражение появляется и при каких обстоятельствах раздражение уходит. Значит, если данное направление ничего не выявит, то есть вы не сможете определить ничего общего между обстоятельствами, при которых раздражение появляется и при которых уходит, то, значит, можно говорить о колебаниях вашего настроения. Тогда немножечко шире посмотрим на эту ситуацию. Значит, если в период раздражения вы чувствуете апатию, если в период раздражения вы чувствуете усталость, злость и, в общем, в целом ощущаете негатив, а в период, собственно говоря, положительных ощущений вы чувствуете, наоборот, подъем, то у вас такой вот тип личности, в котором присутствует перепады настроения. То есть тут можно обратиться к врачу, который может исследовать вас очно и возможно выписать соответствующие препараты, чтобы купировать вот эту вот разницу между, так сказать, полюсами вашего настроения. Если ничего этого нет, и вы ощущаете именно только на эмоциональном уровне раздражение и, так сказать, влюбленность, то в таком случае можно говорить о том, что вы, благодаря своей замкнутости, себя, как бы это сказать, вынуждаете делать что-то. То есть отношения для вас – это обязанность, о чем вы, собственно, и говорите, что это очень энергозатратно. Вот, вы пишете, что часто посещают мысль, что отношения требуют много энергозатрат, значит, самоотдачи и так далее. Значит, тут момент какой. Вот, если это ваш любимый мужчина, любимый человек, то с ним, естественно, вы, ну, вот в теории собираетесь прожить всю жизнь. То есть вы собираетесь с ним жить вместе, там, и так далее. Соответственно, вам с ним себя желательно вести максимально естественно. Чтобы он видел, какая вы, чтобы он принимал вас такая, какая вы есть. И, собственно говоря, учился с вами жить, да, чтобы была притирка. Так вот, если у вас в ваших отношениях присутствует элемент вынуждаемости, то есть вы сами себя вынуждаете вот что-то делать, да, этого не нужно. В отношениях есть одно главное правило. Человек свободен. То есть свободное волеизъявление, свободное желание, свободные поступки и так далее. Хотите мужчине делать что-то приятное, не хотите — не делать. Хотите — общайтесь с человеком, не хотите — молчите. То есть все исключительно по желанию. Пока еще вы с парнем встречаетесь недолго, как я понял, будет лучше, если вы сразу покажете ему свои особенности. Вот это поможет ему лучше вас узнать,
может ему подстроиться под ваши особенности, и в принципе вам тоже будет легче, то есть вы не будете чувствовать как бы себя обязанной поддерживать отношения, и в этом ситуации вам просто-напросто будет легче. Для этого, для того, чтобы вот действовать таким образом, вам нужно значит, сравнить, как вы ведете себя работать дома, в кругу семьи, и как вы ведете себя с парнем. И судя по тому, что вы описываете, вам нужен такой человек, с которым можно было бы помолчать, с которым можно было бы просто посидеть, который бы не требовал от вас никаких проявлений, то есть просто относился к вам достаточно философски и спокойно реагировал на отсутствие каких-то эмоций с вашей стороны и был готов принять ваши проявления эмоциональные. То есть, по факту, у каждого человека свой энергоресурс, по факту, каждый человек может дать столько, сколько он может. Если вы чувствуете, что парень требует от вас больше, чем вы можете дать, ну, тут нужно разговаривать, объяснять человеку, что вот, у вас есть определенный предел и так далее. А если же вы чувствуете, что парень именно требует от вас, то он хочет получать что-то, но вы ему не даете этого, тогда, соответственно, стоит рассмотреть вариант вашего расставания, потому что в противном случае будет неудовлетворенность друг друга. Далее. Далее надо сказать про вашу замкнутость. То есть, вот вы пишете, что вы замкнутый человек. Замкнутость, чем она продиктована? То есть, замкнутость бывает двух видов. Либо это идейная замкнутость, то есть, когда человек осознанно приходит к выводу о том, что вести себя как закрытая экосистема правильно, что так полезно, что не нужно быть открытым всем ветрам, да, всем влияниям. Либо занятость означает наличие каких-то зажатостей, наличие каких-то блоков, скромности и так далее. И если у вас второй вариант, то необходимо, собственно говоря, проработать, постараться понять, что мешает вам быть не замкнутым, что мешает вам более свободно проявлять эмоции, что мешает вам быть более раскрепощенным, какие препятствия у вас на этом пути, и если эти препятствия есть, то их преодолеть, чтобы вы чувствовали себя более свободно в общении вообще с любыми людьми, не только с парнем. Если же у вас первый вариант, то тогда опять-таки мужчине ничего не остается, кроме как вас принять. Значит, откуда берется замкнутость? Замкнутость берется, как правило, если у человека достаточно авторитарные, активные родители, которые вот привыкли своего ребенка подчинять, привыкли навязывать ему свое мнение, и, в общем-то, правым голосом этот ребенок в семье не имел. Соответственно, это момент детско-родительских отношений, и здесь его нужно последовательно прорабатывать, вам прививать новые модели поведения, рушить ваш стереотип поведения, создавать для вас ситуации, при которых вы чувствуете себя не совсем привычно, чтобы вы все-таки учились как-то вот выходить за пределы своей замкнутости, если она, эта самая замкнутость, вас тяготит. Соответственно, если она вас не тяготит, то опять-таки вам просто-напросто нужно искать такого человека, с которым у вас все было хорошо, который бы вам подходил по темпераменту, по складу ума, по желаниям, по образу жизни, чтобы вы друг друга как бы взаимодополняли. На этом все пока что. Надеюсь, я помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, пожалуйста, сделайте его лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.